вот это Манвел, а это вот тот вот, вон они ростом какие были маленькие. Вот, правда, спиной тут он стоит, все, Манвел-то. Тренер по боксу Альберт Нурисламов показывает на фотографии своего воспитанника Степаняна Манвела. Вот он на фото, сидит на лавке. Это тоже он, но уже спустя несколько лет. Как и тогда, вновь в зале на тренировке. Когда-то сюда его привел старший брат. В прошлом году молодой спортсмен стал лучшим в первенстве Пермского края по боксу. Победу посвятил своим близким. За родителей они за меня гордились. Вот это главная радость. Потому что каждый день... Они приходят домой после работы уставшие, и хочется обрадовать, увидеть улыбку на лице. В этом году Манвел вновь будет отстаивать честь города на краевом первенстве. Он один из 9 членов кунгурской сборной. Для ребят это реальный шанс выбиться на соревнования Приволжского округа. Но об этом тренер говорит нехотя. Боксеры, как оказалось, народ суеверный. Ну, есть такие приметы, что бокс такой непредсказуемый вид спорта, потому что, может быть, все в спорте бывает, особенно в боксе. Поэтому очень сложно сказать. Есть и лидеры, но в то же время есть такие парни, которые могут и дать такого огонька этим лидерам, что ухо востро держи. Первенство Пермского края по боксу пройдет в Кунгуре в 18-й раз. Все эти годы организацией поединков занимаются эти два человека. Вице-президент Краевой Федерации бокса Александр Смирнов и председатель судейской коллегии при КАМе Михаил Симонов. Никаких трудностей в проведении первенства в этом году они не видят. Уверены, 3 дня соревнований пройдут на должном уровне. Да, конечно, город готов. У нас все готово. Спортивная площадка подготовлена. Это в мечте было. Самая главная проблема у нас – это разместить участников, потому что приезжает народу очень много. Ну, в этом году есть такая проблема? Ну, вроде договорились, решили. Общежитие, гостиницы все, потому что очень дорого тоже не могут люди платить. Поэтому стараемся искать подешевле, искать какие-то компромиссы. Бои первенства края по боксу начнутся в среду. Финал и награждение спортсменов намечено на 23-е – День защитника Отечества. Марат Борисов, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».